Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X5. Ремонт переда. Капот, бампер и передние крылья будут заменены. Все детали БУ. Капот имеет спереди повреждения. Начну ремонт с него. Капот сделан из алюминия. Капотом я закончил. Теперь буду ремонтировать верхнюю часть лонжерона, стрелу. Для замены имею хороший кусок. Надо немного потянуть. Прекрасненько. Диагонали одинаковые. Удаляю поврежденный металл. Это место надо немного вытянуть и затем отровнять. Примеряю донорский кусок.
Все размеры одинаковые, привариваю. Я закончил с этой частью, теперь покраска. Итак, все готово для сборки. Капот, крылья, бампер были покрашены. Теперь я устанавливаю их. Ремонт этой машины закончен. Эта работа заняла 20 часов. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на новые видео. Пока!